Бассейн в спорткомплексе «Луч» открыли в 1982-м. Некоторое оборудование тех лет так и работает, в частности, для водоочистки. Фильтры, например, совсем вышли из строя, а еще нужна автоматическая станция для водоподготовки, которая нам позволит исключить человеческое, да, присутствие в опасном таком моменте, когда хлор подается в воду. Вот. Она поможет более эффективно оценивать качество воды, автоматически анализировать и подавать вещества, которые обеспечивают безопасность для наших посетителей. С просьбой помочь в приобретении нового оборудования сотрудники бассейна обратились к депутату Московской областной думы Олегу Гаджиеву. Тот откликнулся. Сейчас идут переговоры с поставщиками. Из-за санкционной ситуации стоимость оборудования увеличилась вдвое. Сейчас нужно найти баланс между ценой и качеством. И сделать это так, чтобы другие проекты, за реализацию которых голосуют жители округа, не пострадали. Много просьб, много желаний. Конечно, пришлось что-то изменить, перекинуть что-то на следующий год. Но, конечно, спорткомплекс «Луч» мы не могли бассейн оставить без внимания. Сделали перерасчет. И в течение года, я думаю, до конца лета, уже к сентябрю, будет установлено новое оборудование, которое будет уже полностью автоматизировано. Олег Гаджиев поддерживает спортсменов не только из Сергиева Посада. Краснозаводские паралимпийцы клуба «Сергий» попросили у депутата машину для поездок на соревнования, а в Березниках – спортивный инвентарь. Все просьбы взяты в работу. Жанна Леонидовна Шумов, программа «События».